Я как-то гуляла на озере Кома с моим молодым человеком, и он мне сказал, как тебе повезло жить в Италии. Как на самом деле выглядело мое везение? 4 года зубрежки итальянского с нуля на филфаке СПбГУ и еще 1 год курсов в Италии. Очень частое одиночество, потому что я переехала в Милан абсолютно одна. У меня здесь не было никаких знакомств. 1-2 года проблемы в личной жизни, потому что я не понимала менталитет. 1 год учебы на магистратуре в Италии. 1 откат назад в карьере, потому что я переехала в другую страну. 1 после учебы стрёмные стажировки. На 1-й стажировке нам не платили, и большую часть времени нас заставляли скачивать коробки. 6 месяцев поиска работы. Литры слез, пролитых над итальянской бюрократией. Всякие неприятные компромиссы на работе, просто чтобы получить документы. Обман с жильем. Меня почти обманули на 2500 евро. Постоянная активность, чтобы иметь что-то свое для подстраховки, что мне очень помогло во время пандемии. А так, конечно, чисто повезло. Везет тем, кто везет, если вы понимаете, о чем я.